смотря в каком смысле. Если из актеров, то нравится мне мало кто. А если в том смысле, чтобы мне нравилась какая-то девушка, то я не знаю, я еще не решила. Красивых. Я очень стремился к своей мечте. И мама навсегда меня понимала, и она водила меня в театр. Какой же он красивый, какой успешный. Хорошо. Не то, что я. Ведь я самая настоящая неудачница. У меня ничего не получается. Ярослав, он просто... Я не знаю, он мой фаворит, он самый классный. Хочется быть такой же, как он, но никогда, никогда не смогу. Из бедной жизни он вырвался в великого актера. Интересно, как ему это удалось? Ярослав, какой же он красивый. Он многого добился, не то что я. Сижу здесь, как какая-то отшельница. Ладно. Надоело мне сидеть на стуле, лучше на кровать пересяду. Сейчас только стол пододвину. Хорошо, Ирина. Теперь я хочу попросить тебя разыграть какую-нибудь... Как же мне грустно. Хорошо, окей, без проблем. Пожалуйста, забудь. Ох, Ярослав, видео с тобой готова смотреть вечно. Как жаль, что ты даже не смотришь на таких, как я. Серьезно? Наверное, тебе нужно только красивая, успешная, талантливая. К сожалению, я не такая. Как ты могла... Что? В смысле? Свет выключился. Странно. Не понимаю, что за приколы? Ладно, это пока сюда. Вот так вот. Наверное, просто выключили свет. Потому что по-другому я не знаю, что могло быть. Блин, еще и бант упал. Все, буду без банта. Ой, наконец-то. Хотя его выключили на минуту две. Ой, делать им нечего, ну ладно. Не поняла. А где мой бант? Я же оставляла его здесь, на кровати. Может быть, упал? Нет, и тут его нет. Да что же это за сплошные неудачи? Банты теряем, свет выключают. Что такое? Я не понимаю, почему все так. Хотя ладно, одним бантом больше, одним бантом меньше. Какая разница вообще? Ой. Что? Вы что, издеваетесь? Это что? Кто-то нарочно это делает? Ничего не понимаю. Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи ко мне, не подходи, а то я... Не подходи, не приближайся ко мне, нет, только нет. Эй! Не приближайся ко мне! Ты кто такой? Я просто потерял свой дом. И не знаю, где я нахожусь. Слушайте, молодой человек, не пугайте меня так больше. Вы что, мне же сердце не выпрыгнуло. Ты кто вообще такой? И не пугай меня так больше. И вообще, это твои приколы. Это ты выключил свет и стащил мой бант. Зачем мне твой бант? Свет выключили. В смысле? Ой, брысь с моей кровати. Я тебе что, кошка, что ли? Это моя кровать. Мне без разницы, кто вы, молодой человек. Ты можешь убраться с моей комнаты. Что ты вообще здесь делаешь? Я же тебе говорю, заблудился. Не придумал свет, выключил бант мой, стащил. Не понимаю, зачем. Ты о чем вообще говоришь? Еще скажи, что это не ты. Нет, не я. То есть, ты хочешь сказать, что начали пропадать вещи? Откуда мне знать? А чего ты тогда сюда приперся? Ну, я же тебе уже сказал. Слушай, уберись отсюда, пожалуйста. Ты меня раздражаешь своим появлением. Зачем ты здесь? И вообще, непонятно, кто вы, что вы. Я вас не знаю. Уходите отсюда. Ну, подожди. Не приближайся ко мне. Так, раз ты не понимаешь по-хорошему, я тебя сейчас отсюда вышвырну. Не надо. Так, все, охрана. Стой, подожди. Ладно. Короче, на самом деле это я выключил свет. Что? И пока тебя не было, я стащил твой бант. Что? Ты совсем, что ли, дурак? Зачем тебе мой бант? Все, убирайся отсюда и включи свет. Ладно. Ой, блин, это немыслимо. Я, походу, схожу с ума. Какой кошмар.
Что? Он опять выключил свет. Вот же гаденыш. Да что такое? Он еще и с выключателем что-то сделал. Ой, кошмар, бессовестный какой. Что это вообще за приколы такие? Врываться в чужой дом, выключать свет, стаскивать мои вещи. Кошмар какой-то. Вообще, ужас какой-то. Что же это такое? Когда же начну нормально, спокойно жить без этого всего кошмара? Что? Что? Опять он? Ну, я ему сейчас устрою. Что тебе опять нужно? Что? Здравствуйте, простите, вы так громко кричали. Я подумала, что, возможно, вам нужна помощь. Ярослав, это вы...